4 апреля анапчанин тяжелоатлет Олег Чен завоевал серебряную медаль в весовой категории до 69 килограммов. Он набрал в сумме рывка и толчка 319 килограммов. Золото взял француз Бернарден Матам с результатом 320 килограммов. Бронзовым призером стал немец Роберт Яхим, поднявший в сумме 317 килограммов. Олег стал лучшим в рывке, сорвав с пола штангу весом 150 килограммов. Его соперники Матам и Яхим отстали от Олега на 10 и 9 килограммов соответственно.